Давай, Серега, по нижним. Красавчик. Снял. Я псих. Ей, всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Серега, как всегда, отличное настроение. Сережка, скажи крутые слова. Всем приветики, омлетики. Сегодня у нас прохождение Half-Life 2, и мы решили проходить с мечами Звездные войны. Если опять укушите, приятного аппетита, а мы начинаем прохождение. Ну, нам монтировка не понадобится, Дима. Ну да, сегодня мы без монтировки. Давай, добиваю эту доску. Отлично. Погнали. Сегодня, ребята, у нас будет серия от третьего лица, потому что этот меч работает автоматически, включая третье лицо. Ну, Серега, идешь? Мочи его, Дим. Я не могу попасть по нему. Да ладно, ладно, пусть спускается. Мы его и так замочим. Давай, надо, Серега, я в тебя верю. Убегать. Надо убегать. А, ну побежали тогда. Иду, иду, Сережка. Иду. Так. Под поезд не прыгаем пока, мисс, что? Не задавить, тут не? Можно. Не, нормально. Отлично, идем за поездом. Он я вижу, я вижу. Ой-ой-ой, я сильно близко подошел. Я отомстил. Ну, Серега, я лечу к тебе, я помню все. Вот ты. Мы еще недалеко ушли с тобой. Сильно давай, близко, погнали. Короче, нельзя к поезду подходить. Видите, что да. Творится? Ворота. Кто закрывает ворота новые? Ну чё, иди сюда. Так, нам сюда, я помню. Нам сюда, нам сюда. Нет, Серега, чё твои эти штуки не валят? Так, ребята, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Пока мисс меч выключу. Ой, прикольно, твой красный меч так светит. Всё, давай. Жизни надо? Нет. Не надо. Так, пока выключу. Слышу, слышу. О, иди сюда, тварь. Ой, блин. Нет, она нормально. Отлично, отлично. Я видел, я одним ударом, походу, всех вырубил. Да. Вот это, ребята, меч. Вот это силище. Так, пошли дальше. Ломай все. Панч Боб с мечом световым. Только где вы такого видите? Красава, красава, Серега, молодец. Два, я тоже включу меч. А чё он горячий, ты его жгёшь? Да, смотри, танцует. Кукуджам. Ой, блин, я чуть бочку не жахнул. Это было бы тупо. Так, чё у нас там вертолет летает? Смотри, что-то творится. Это вакханалия. Нас ищут, Дима. Я знаю, нам сюда. О, поезд, Дима, смотри. Здравствуй, поезд. А чё нам надо? Я уже не помню. Поезд, привет. Серега, ой, ты чего? Мочишь, что ли? А, я вспомнил. Проезжает, проезжает. Не, надо на поезд залезть. На поезд залезть? Да. А, он сейчас приостановится вот тут, я помню. Да-да-да, Сережечка, все по красоте. Пока мисс меч выключаем. Ты залез уже? Да, да, я стою, жду тебя. Ого, а я уже тоже на поезде. Так ты не туда залез. Ой-ой-ой-ой, смотри, что я делаю. О, смотри. А ну иди сюда, психопат. Ого. Серега, как нам его убить? Сейчас я приду. А, я, блин, не могу туда пролететь, представляешь, не пускает карта. Пойдем отсюда. Нас замочат еще, да, здесь? Да. Бегу, бегу, бегу со всей силы. Я могу бежать и лекать себя. Отлично, ребята. Где вы еще увидите Half-Life прохождение третьего лица? Только у нас на канале Димас ТВ. Ложись. Беги, Дим. Да бегу уж. Бегу, бегу, убьют же. Так, о, бочка, бочка сейчас взорвется. Поезд. На, башка тупая. На, Серега, мы с тобой психи. Да. Убийцы ГОшников. Подожди, не спеши, не спеши. Там поезд задавил этих полицейских. Я видел, я видел. Так, сюда.
прыгаем. Вертолет, Дима. А как мы его убьем? Никак, ты не туда бежишь. Я бегу. Офигенный графон даже до 2021 года. Прикольная игра смотрится. Так, лекаем себя, лекаем. Отлично. Ух, привет. Сейчас вот тут что-то будет. Так. Сейчас будет тут, насколько помню, или взрыв, или что-то такое. Партигонт. Так, заставочка. Сереги, все в крови лицо. У тебя тоже. Вся, да? Вся твоя рожа. Как будто варенье нажрался. А у меня глаз, да, кровавый? Да. Знаешь, пусть пока болтают. Так, а как нам? Я же помню, что-то сейчас тут произойдет. А сейчас он эту броню выдаст. О. Вот тебе броню дам. Так мало. Вертолеты летают. Я иду. Так, осторожно, осторожно. А здесь нам не вертолетов надо бояться. О, здесь... смотри, ну, чайку залупашило. О, я сейчас знаю, как я убью. Серега, смотри. Смотри. Не, мазила, Дим. О, давай, 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 чувак. Ты дурак, что ли? А! Отвали! Серега, я сейчас умру! Да блин, ты еще не мог его убить, я как я. Спасибо. Бегу, бегу со всей силы. Убил его, да? Блин, я сейчас прилобаюсь. Будет четко все. Блин, так меч освещает? За светлую сторону, я за темную. Ага, понял. О, смотри, там наших мочит. А мы сейчас поможем им. Помогли. Сейчас, 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 Серега. Смотри, как я бегу. Расправляться с ними. Правильно. Джедай. По башке. А не будет сейчас идти? Надо за пулемет вставать? Да, давай, Серега. Панчбо, покажи, на что ты способен. Давай я. Не-не-не. О, пошел, пошел, пошел. Давай, Серега, по нижним. Красавчик. Снял. Я псих. Офигенно прыгать. Чувствую себя героем. Давай, Сережка. Вот это вакханалия. Блин, люблю эту игрушку. Я Рэмбо. Написали, Серега, чтобы мы ролики подлиннее делали серии. Поэтому вот эта серия чуть длиннее, ребята. Ну, я уже хотел прыгать, мочить его. А какие еще у нас умения есть? Прыжок, огонь, молнии, аптечка. О, это что, отталкивать все, Серега, ты помнишь? Да. А ну давай попробуй на нем. А, дурак. Хочу с ним по-нормальному поговорить. Так, нам сюда не надо, туда вниз, нет? Не, давай сюда. Сейчас. Прыжок веры, Серега, смотри. Хорош. Умри. Смотри. Ого. Сразу троих. Офигеть, Серега, да ты мощно придумал. Это темная сторона. Молнии мочат. Ха? А это тоже убил? Мертвая. Убил. Мертвая. Нормально, на лупаш. Так, выключим. Машина поехала. Блин, классная атмосфера в Half-Life. Да, идем, сюда. Идем. Спасибо. Говорит, иди, иди вперед. Включи меч, чтобы посветить. Тут темновато. Кто? Так, а куда нам не тут? У меня меч шипит под водой. Я первый раз такой эффект вижу в Гаррис Мод. Да ладно. Не вылази из воды. Под водой будь. Понял, а ты где? Я туда не прыгну. Бочки взрываются, Серега. Но я живой, я живой, я живой, нормально все. Отлично, отлично. О, все, погнали. Решетка открылась. Иду, иду, Сережка. Бегу со всей силы. Иди сюда. Ты что, тоже хочу молнии пофигачить? Давай. Тебя не дамажит, не? Не.
Отлично. Офигеть, Серега, чувствую себя джедаем. А я ситх. Вот это мы развалили тут все. Бери левого, я правого. Ну ладно, я левый. Можно отталкивающие волны включить. Ого, их тут. Ребята, вы сейчас все обрыгаетесь. Ой-ой-ой-ой, надо лечиться. Лечимся, 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 Серега, жизни мало. Обрыгайся. Подожди, у меня что, нету станины или что? Что я не лечусь? Подожди, восстановление там должно быть. А, я вижу полосочка внизу, 0%. Ждем, ребята, сейчас, сейчас. Полечимся и пойдем, потому что не все так просто. Все, лечусь. Что, всех замочили, да, здесь? Да. Давай вниз потихоньку. Смотри, как меч шипит в воде. Да я знаю. И раз вижу, ни разу такого не видел. Беги, бочки. Нормально, 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 Серега. Где-где-где-где-где, кто? Ну вот лестница. А я могу перепрыгнуть, Серега. А я по старинке все делаю. Ах ты жопа, сейчас, 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 тварь. А, я не могу прыгать. Я не могу... Ай-яй-яй-яй, что я нажал? Эй! Куда? Да подожди, стой, стой. Ребята, вы не на того нарвались, а вообще. Псих пришел. Нормально их развалил, а? Нормально. Что, засал? Стекло. Нормально, я его задамажил. Ой, он вернулся, Дима. Я его не боюсь. Ого! Не боишься? Не, я тут постою, Серега, чуть-чуть. Вот это жопа. Нам, получается, туда прямо надо, да, бежать? О, Серега, надо, знаешь, что сделать? Стой. Стой, стой, стой. Прыжок взять. О, я знаю, что Серега сделать. Отлично. А еще бочка. Тут что? Тише, тише, тише. Нормально. Не надо, не мочи. Да я ж его не... А на него нема, кстати, красных полосочки. Галочка такая красная. А не, есть. Могу его замочить. Не надо. Не буду, я вообще выключу меч. Сейчас, сейчас, сейчас. Возьму прыжок высокий, на всякий случай. Давай, открывай. Умничаешь. Кто там? Манхаки. Манхаки, как они называются? Да, манхаки. Дурак, что ли? Ты смотри, грамотей. Пошли, Сережка. Не ссы. Мы психи с тобой. У нас такое оружие мощное. Нам нельзя вообще никого бояться. О, вижу, 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 вижу. Давай, Серега, твоя очередь. Наваливаем вдвоем их. Ого, там бочки, Серега. Ох ты! Бегу, Серега. Манхак еще ждет меня. Не надо меня ждать. Так, Серега, я тут. Беру оружку. Ради тебя бегу. Давай, разгребай всех. Хотя мы тут хорошо их раскидали. Мне нравится. Да. А, ну-ка. Разрывную устроили. Сюда. Вот сюда. Ломай ящики. Беги, Дим. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ух ты! Тут сюда, 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 сюда. Ты дурак, что ли, на веревке спустился? Ой-ой-ой, Серега, я рискнул. У меня, кстати, жизни маловато. Лечусь. Это был риск. Ну ничего, это мы их хорошо развалили. Мне нравится. Так, в воде. Какой-то сейчас будет прикол, наверное, да, в воде у нас? Давайте прыжок возьмем. Ну я скажу, что Half-Life 2 я полностью прошел в детстве. Да, я тоже. Я последнюю миссию на всю жизнь запомнил. Ого.
Включаем меч, чтобы хотя бы что-то видеть. Убийцы бегут. Дурак, что ли? Наказывать будем всех. Что за фигня, Серега, нас убивают? Ладно. Я лечу, я лечусь, я лечусь. Куда нам? Сюда? Ага. Успокойся. Серега. Стой, 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 стой. Так, беги, Дим. Сейчас, сейчас, сейчас. Задрал, чувак, сейчас у меня восстановится энергия, я тебе залупашу. Ай. Сейчас, сейчас, сейчас. О, давайте его попробуем поджечь. А, жизни мало. Сейчас, сейчас, сейчас. Ой. Ой-ой-ой-ой. Лечимся. Нифига себе тут жестко. Так, а можем вообще туда запрыгнуть и замочить их? Нет, Дима, оставь их. Надо бежать. А куда бежать-то? Подальше отсюда. Можно. А, я понял, куда, Серега, я понял. Давай. Нет, не понял. Зато я понял. Сейчас, 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 я полечусь. Я тебя не вижу. А вот он я, на трубе. Ну, куда идти? По трубе? Ого, тут пар фигачит с трубы. Ой! Ах ты тварь. Сейчас, 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 ребята. Обрыгайтесь. Отлично. Так. Давай, Дим. Ты понял, что на трубу, да, надо было запрыгивать по трубе идти? Да, да, да. Сюда. Теперь вниз, налево. Ой, направо. Включаем, включаем все. И в канаву. Отлично. Так, это мы уже за дверью очутились. Отличненько. Прошли. Ого. Надо вот так делать. Надо лекаться срочно. Жизни. О, гостер, ты что там узел за вакханалию? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Успокойтесь, мужики. Жизни мало. Лекаемся, лекаемся. Хилимся, живем, Дим, да? Да. Берем электричество. Наказал, наказал. Сейчас, 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 ребята, восстанавливаются. Отлично. Так, нам сюда. Пойдет. Так, Сережка, ты где? Манхак, манхак. Сейчас, сейчас, ребята, и на вас будет управа. Ой-ой-ой, всех четверых. Красота. Сейчас, 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 не ссы, мужик. И до тебя очередь дойдет. Отлично. Пойдет. Причем, о, чтобы все видеть. Отличненько. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и посмотрите мои ролики еще.